His name is... Всем привет, ребят, с вами Игорёк, и в Epic Game Store продолжается раздача игр. Для того, чтобы забрать игру, понятное дело, у вас должен быть аккаунт, и после того, как вы его зарегистрировали или уже зашли в свой существующий, можете забрать игру как через лаунчер, так и через браузер, как вам удобно. Я забираю через лаунчер. Переходим в магазин и немного пролистываем вниз, и вот здесь у нас есть такая вот вкладочка «Бесплатные игры». Сегодня мы с вами сможем забрать 3 игрушки, забрать их можно будет до 19 марта, поэтому поспешите обязательно. Скидывайте ролик своим друзьям, чтобы они тоже забрали эти игрушки. И также стали известны две следующие игрушки. Это у нас какая-то The Stanley Parable и Watch Dogs. Ну, Watch Dogs, конечно, это хорошо, да. Но, блин, Watch Dogs уже раздавали раза, может, 2 или 3 в Uplay. То есть, ну, хз. Ну, ладно, и на этом, в принципе, спасибо. Не знаю, что там будет по русскому языку. Если русского языка не будет, будем опять искать русификатор. Так, ну, а сегодня мы с вами забираем игрушку. Ну, это все инди-игрушки, поэтому, ну, чисто для коллекции, конечно, пойдет. Не знаю, играть я в них точно не буду. А как вы вообще смотрите, там, интересны вам эти игры или неинтересны? Мне вот такие вот, как Watch Dogs, как Assassin's Creed Syndicate, может быть, по душе. А вот инди-игрушки, ну, не знаю, ну, не мое. Так, ну, короче, игрушки, да, название вы, собственно, сами все видите. Забираем игры, тут есть раз разных изданий, но у нас раздается, как обычно, только самое первое издание, то есть без всех там дополнений, там обычное издание. Забираем, но потом нужно будет подтвердить покупку, и так нужно будет сделать аналогично с другими играми. В принципе, все. Кстати, немного появилась новая механика в магазине эпиков, это список желаемого. Стиму привет, как говорится. Ладно, все, ребят, на этом ролик подошел к концу. Ставьте лайкосик, пишите комментарии. С вами был Игорёк, всем удачи и всем пока.